Дополнительные скидки до 12 декабря. Ребята, девочки, всем привет, здравствуйте. Сейчас вам покажу все скидки, доступные на данный момент Microsoft Store, потому что у нас появилось новое пополнение скидок до 12 декабря, то есть скидок стало теперь еще больше. Все вам покажу, в принципе, что есть на скидках в магазине. И давайте для начала начнем с Xbox Store Dreams. Это наш магазин, в котором вы можете купить все, что угодно из Microsoft Store, и также подписку Xbox Game Pass по самой лучшей цене и взять игры в аренду. Это все в России, Беларуси, Казахстане. Там вообще все красиво, пожалуйста. Сейчас будет видосик про магазин на мне. И давайте переходим сейчас к этим скидкам, которые есть у нас до 12 декабря. Начинаем с Mafia 2 Definitive Edition. 600 рублей России, либо 22 белорусских, 67% скидки. Это не самая лучшая цена за все время, но тем не менее, если вы хотели, однозначно рекомендую, игра очень хорошая. Также в текстовом формате выше написано, что есть Mafia 3 Definitive Edition и стоит те же деньги, так что обратите на это внимание. Далее, для тех, кто любит Far Cry, и вот есть четвертый по самой лучшей цене, 440 рублей России, 16 белорусских. Самая низкая цена — это 80% скидки. Обратите внимание, игруха клевая. Я думаю, многие прошли, может кто-то хочет поностальгировать, или кто-то никогда не играл, обязательно берите. Это было клево, я прошел с огромным удовольствием. Также можно Far Cry 3 Blood Dragon взять точно так же. Далее переходим, Borderlands The Handsome Collection. 600 рублей России, либо 22 белорусских. Самая низкая цена за все время, 75% скидки, здесь нечего говорить, берем. Переходим дальше. Если что, веселая и непростая игра. Можно играть вдвоем с одной приставки. Кстати, да. Можно пройти вдвоем всю игру. И я даже помню, мы с женой в нее играли. Прикольно. Рекомендую. Это Trine Ultimate Collection. 560 рублей России, либо 21 белорусский, 75% скидки. Однозначно тоже рекомендуем. Далее, если любите месить уже снег, сейчас зима у нас... Обратите внимание на SnowRunner 3 года Anniversary Edition у нас за 2320 рублей России, либо 88 белорусских. Это самая низкая цена за все время и 50% скидки. То есть это какое-то максимально жирнейшее вам издание. Если вам нравится эта игра, либо вы хотели, обратите также на нее внимание. Далее, Warhammer Vermintide 2 Ultimate Edition за 440 рублей России, либо 16 белорусских по самой низкой цене и 80% скидки. Вот так вот, это Ultimate Edition. Также выше, если посмотреть и нажать «Показать все», здесь появятся другие вариантики данной игры. Обратите внимание, и есть просто Warhammer, и 40 тысяч, и так далее. Все до 12 декабря. Если вы хотите темнокожих погонять с мячом, пожалуйста, NBA 2K24 года Black Mamba Edition за 1120 рублей России, либо 156 белорусских рублей. Самая низкая цена за все время, 50% скидки. Наконец-то подъехала скидочка хорошая на данную игру. Если вы ждали баскетбольчика, пожалуйста. Темнокожие ребята ждут. LA Noir. Дальше игрушечка очень хорошая, 720 рублей России, либо 27 белорусских. Самая низкая цена за все время, 50% скидки. Далее Бипт за 400 рублей России, самая низкая цена и 15 белорусских. 70% скидки также. XCOM. Игруха тоже 400 рублей России, 15 белорусских по самой низкой цене за все время и 95% скидки. Обычно эта игруха, да, попадает под жирную скидку в районе 90-95%, и если вам нравится, обратите внимание, можно это взять. Также есть Digital Deluxe Edition за 480, то есть вообще не серьезно. И заканчиваем скидочкой на Lego Brick Tales за 520 рублей России, либо 19 белорусских, самая низкая цена за все время, 45% скидочки. Очень хорошие игры серии Lego, тоже можно проходить их вдвоем на одном экране на консоли, и обычно с другом, с девушкой, с женой на паре, в паре, когда вы играете на телеке, это балдежно. Вот мы с женой тоже играли в какую-то из частей Lego и получили огромное удовольствие. Также, друзья,
все скидки в текстовом формате, которые есть актуальны вне зависимости от момента, когда вы смотрите ролик и все такое в магазине, постоянно обновляются скидки. Это делает Радамир. Можно увидеть в текстовом формате по кнопочке Sale скидки. Нажимаете сюда и переходите и видите вообще все скидки, даже те скидки, которых не было в картинках. То есть скидок, естественно, гораздо больше. Вот. Это все увидели. Также, если вы переживаете купить, не переживайте, зайдите, почитайте отзывы. Здесь все очень красиво. И давайте с вами сразу перейдем к самым последним отзывам. Так, самые последние отзывы, вот они. Так, Александра Запасной. Всем привет, рекомендую обращаться. Все делает быстро и четко, вопросов вообще нет. Обращался и в выходные, и в будни всегда, без проблем помогал, спасибо. Руслан Пловцов. Так, что-то у меня скакануло. Сори, мамба. Все оперативно, без проблем. Спасибо, ребята. Вот, топчик. Всем нравится. Я обязательно лайкосик ставлю. И давайте переходим теперь с вами в Microsoft Store. И я показываю все скидки, доступные на данный момент. В принципе, там специальное предложение. Вот они здесь. Естественно, здесь еще есть скидки до 15 числа какие-то. Ролик сейчас будет на мне. Я записывал, есть скидочки до 15 еще. Была распродажа там на 2 недели, которую нам пообещали. Вот. Здесь скидочек сейчас очень она много. Вот так вот, ребят, смотрите. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокола, пишите комментарии, это помогает каналу, естественно, помогает моему желанию. И так, я, в принципе, это все люблю, для вас стараюсь, мне нравится, сижу, разговариваю тут перед камерой, жена уходит, и не нравится, что я громко это делаю, вот. Но мне нравится, пацаны, нравится, делаю то, что нравится, вот. Записываю игры про Game Pass, все игры из Game Pass записываю тоже, запускаю, вы смотрите, нравится вам или нет. Вот сейчас на мне один из роликов какой-нибудь будет, и вы посмотрите, как это вообще выглядит. Если кто-то не знает, опять же. Геймпасики, все для вас записываю. Также на канале в ближайшее время запишу видосик с розыгрышем. Под видосиком, ну там захотите, напишите какие-нибудь комментарии, все такое, но ну, наверное, просто под тем видосом напишите комментарии для так, чтобы я вас мог потом, скажем, немного идентифицировать. Ну, разберемся, в общем, будет видосик об этом позже на канале, естественно, о розыгрыше. Но розыгрыш будет не простой, розыгрыш будет золотой, но это уже потом. Это уже все потом расскажу вам. Я сначала подумал, что Gran Turismo клину поймал. Ну, там эксклюзивы PlayStation бывают, убегают от них на другую платформу под названием ПК. Кто его знает, ну, даже на Xbox бывают. Все, в принципе, все скидки показал, всех обнял, приподнял, всех целую, обнимаю. До новых встреч на моем игровом канале. Играйте в хорошие игры и по доступным, выгодным ценам. Всем пока-пока.